Приветствую вас. Давайте попробуем с вами подумать над тем, как можно разрешить вашу ситуацию, что можно в ней сделать. И давайте для начала подумаем, чего сделать вы не можете. Вот так, чтобы, например, вы сами согласились бы с тем, что вот чего-то сделать вы не можете. Начнем, пожалуй, с первого и самого главного момента. Можете ли вы изменить свою сестру? Можете ли вы сделать так, чтобы она поменялась? Ну, очевидно, нет, потому что у сестры определенно есть свой взгляд на то, что происходит. У сестры определенно есть психическое заболевание, которое прогрессирует, как мне кажется. И изменить ее, свою сестру, вы не можете. Но если вы дееспособная личность, если вы дееспособный гражданин, то есть вы работаете, обеспечиваете себя, обладаете всей полнотой вашего правового статуса, то вы можете не пытаясь поменять свою сестру, что действительно никакого смысла не имеет, обратиться в органы опеки и попечительства для того, чтобы они, возможно, рассмотрели вопрос о лишении вашей сестры родительских прав. Понимаете, если будет доказано вами простая в общем и целом вещь, что ребенок благодаря вашей сестре испытывает колоссальное негативное влияние и колоссальный вред себе, то вашу сестру могут лишить родительских прав. И ребенок, соответственно, будет отдан на попечение, например, ваших родителей, а сама сестра будет отправлена на принудительное лечение. Если, конечно, ситуация такова, что ну, у нее есть такое заболевание, да, которое вот реально опасно для людей. Потому что, ну, пока то, что вы описали, нельзя однозначно назвать опасным. То есть, да, я понимаю, что она, сестра, я имею в виду, вас измазывает, я понимаю, что она вам вредит, я понимаю, что вы страдаете, но и вы постарайтесь понять, что экспертизе, если она будет, этого будет маловато. То есть экспертизе, если она будет, нужно будет что-то побольше. Самое главное доказать, что ребенок испытывает негативное, деструктивное, разрушающее его влияние своей мамы.
если мама не может осуществлять родительские права, не может должным образом воспитывать ребенка, и вам тогда придется будет, ну вам придется тогда, скорее всего, доказывать, почему это так и так ли это. То есть, ваша цель добиться принудительного лечения вашей сестры. Об этом лучше консультироваться с юристами, я так полагаю, потому что юристы могут вам подсказать в этом аспекте гораздо больше, чем, например, мы, психологи. Все-таки это немного не наша специализация. Дальше. Вы говорите о том, что, собственно, ваши родители заставляют вас присматривать за сестрой, заставляют вас как-то ей помогать и так далее. Значит, вот вы пишете, родители заставляют меня терпеть, у меня нет желания ей помогать. А простите, почему родители заставляют вас терпеть? Какое они право заставляют вас терпеть? А откуда у вас вот это вот желание, или, может быть, лучше сказать, не желание, а потребность, или, может быть, допущение возможности делать то, что хотят от вас родители, ну, позволять им навязывать вам, собственно говоря, линию поведения, которая вас не устраивает. То есть, почему вы так себя ставите, почему вы так себя позиционируете? Родители имеют на вас какой-то рычаг давления, получается. Если да, то с чем связан этот рычаг давления? Какова его природа? Может быть, вы не уверены в себе, может быть, что-то еще заставляет вас слушаться родителей. Непонятно, но с этим нужно разбираться. Простите, вы взрослый человек, вам 23 года, а родители не имеют права заставлять вас делать то, что вы не хотите. И, соответственно, мне также не понятно, почему вы это позволяете делать. Далее вы пишете о том, что вы не можете уехать. Вы не можете съехать, не можете, как я понял, освободиться от сестры. И здесь тоже важный вопрос. Вопрос заключается в следующем. Вы работаете? Если вы работаете, то вы сами себя обеспечиваете. Раз вы сами себя обеспечиваете, значит, вы не обязаны никому прислушиваться и имеете полное право обеспечивать себя жильем, снять квартиру и так далее. Здесь, пожалуй, актуально то, что сказал вам мой коллега. То есть именно вот по поводу того, что значит вы не можете переехать. Ну, вот не очень, правда, это понятно. То есть, может быть, вы как-то пояснили бы лучше, что вы вкладываете в это. Что вы вкладываете в понимание, правду я не могу переехать и почему. Может быть, вы не хотите переезжать, может быть, вас это останавливает. Родители, например, те же, может быть, что-то еще. Если так, то с этим нужно разбираться. Но я полагаю, что основная проблема заключается в том, что родители вас заставляют. Да и сам по себе факт того, что
они вас заставляют, уже говорит о нарушениях в детско-родительских отношениях. И если эти нарушения есть, то с ними нужно разбираться. Нужно смотреть, почему, откуда они, как, и, возможно, эти самые нарушения как раз-таки и спровоцировали вас на ту позицию, которую вы сейчас занимаете. То есть она же формировала не отсутствие защиты на должном уровне своих интересов. Позиция. Она есть. Позиция достаточно четкая ваша, но сформированная, простите, немножечко неправильно. И вот давайте подумаем все-таки, с чем же она связана, эта позиция, как она у вас образовалась. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Вот, в принципе, то, что я хотел до вас донести. И я думаю, что разобраться нужно как с одним моментом, так и с другим моментом. То есть все это, в принципе, вполне реально. Реально рассмотреть у вас как одно. То есть имеется в виду юридическую сферу, юридическую сторону вопроса. Как другое, это отношения внутри семьи, отношения с родителями и чем вы руководствуетесь при выборе модели поведения по отношению к родителям. То есть почему вы слушаете с родителями, почему вы до сих пор не живете самостоятельно, и почему вы не заботитесь о том, чтобы свою жизнь обустраивать нормально, да, то есть, ну, будучи взрослой, будучи самостоятельным. Вот. Собственно говоря, это одна. Это следующая, значит, сфера, в которой нужно будет разобрать. И, наконец, последняя сфера, это, собственно говоря, сфера того, что вам нужно делать дальше. То есть, почему вы не рассматриваете для себя вариант переезда? С чем это связано? С этим тоже нужно, на мой взгляд, разбираться. Вот так вот, через через, собственно говоря, рассмотрение этих аспектов, мы и могли бы помочь вам, решить вашу проблему. Разобраться со всем тем, что вас беспокоит. Вам для начала надо бы определить, в какую именно сторону вы хотите двигаться. Вам надо определить, куда, в каком направлении вам хотелось бы двигаться, и куда и как вы хотели бы стремиться. Вот, пожалуй, то, что вам можно сказать.
Я хотел бы пожелать вам удачи, я хотел бы пожелать вам терпения, выдержки и пригласить свою помощь, если, собственно говоря, если вы считаете, если вы посчитаете, что сами вы не справитесь. А очень может быть, что действительно так, что вы не справитесь сами с задачами поставленными, то тогда я готов и могу вам помочь. Я готов и могу вам предоставить свою помощь. Хотел бы пожелать вам всего доброго, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если какие-то вопросы у вас остались, то пишите в личку, я вам с радостью во всем помогу. Пишите в личку, пожалуйста, обращайтесь. Я буду рад вам помочь. Желаю вам всего самого-самого доброго и удачи!